Дело было во время Хэллоуина. Помню, будто бы это было вчера. Сервер заполнили зомби. Их было очень много. Наверное, даже больше 200. И ты и представить себе не можешь, кто был их предводителем. Его называли Мясник. Выглядел он очень устрашающе. Теперь я понимаю, почему зомби ему поклонялись. В руках у него была бита, обмотанная колючей проволокой. А на лице на нем была устрашающая хоккейная маска. На сервере были очень страшные времена. Вообще, если ты смотришь эту запись, скорее всего, я пополнил их армию и стал одним из зомбарей. А еще, пока я был в живых, я слышал одну легенду. Если ты поставишь лайк, все чары спадут. Но верить или нет, тебе решать. А я начинаю хэллоуинскую историю под названием «Армия безумных зомбарей». А если ты не поставишь лайк прямо сейчас, они тебя найдут и съедят твой мозг. После такого тяжелого выживания с огромной армией, я решил плотненько отдохнуть в волшебном путешествии с приключениями и заговорами в Genshin Impact. Это приключенческая игра с открытым миром, в которой вы можете делать все, что захотите. По всему миру насчитывается более 60 миллионов игроков, и более пятой части российской молодежи сейчас проживает в Таевате, в Genshin Impact. Здесь вы можете бегать, карабкаться, летать и даже управлять семью природными элементами, чтобы дать отпор врагам. Или же вы можете жить совершенно другой жизнью, просто бродить и наслаждаться великолепными сценами и выдающимися музыкантами и поп-группами. Ваше путешествие в Genshin Impact никогда не станет скучным, так как к вам присоединится множество очаровательных персонажей. В выпущенной версии 3.2 сюжетные линии продолжают развиваться. Игроков ждут новые испытания и новые спутники. Сильный пятизвездочный персонаж Дендра Нахида, она же физик чистоты, а фантастическая вечерняя звезда Лейла специализируется на теоретической астрологии. Откройте для себя совершенно новый мир, загрузив Genshin Impact по ссылке в описании или отсканировав QR-код. У каждого путешествия есть свой первый день. Тогда почему бы не сегодня? Дело было во время Хэллоуина. В один прекрасный вечер я решил собрать свою собственную армию. И не простую армию, а именно армию зомбарей. И для этого я продумывал каждую мелочь. Вот, дом будет на центре, допустим, какой-нибудь вот такой, чтобы нас рейдить приходили. На первый взгляд, идея была хорошая, оставалось ее только реализовать. Посмотри верхнюю комнату, мужик! Нет! Нужно больше генералов, я умоляю. Нас будет человек 200, вот без шуток. Короче говоря, если вы помните первую часть армии, то в этот раз нас собралось в два раза больше. Нас уже было 200 с плюсом человек. Собрание закинем, они не смогут там говорить. Прям всех и объявляем сервер. Короче, в историю Yo Main заходим. 20 минут, и мы уже с пульками будем бегать, потому что там конфеты и все. И вот мы уже загружаемся на самый забитый сервер. И что нас ждет впереди, мы еще не знали. Но мы были уверены, что этот вайп будет очень сложный. Вы видели, сколько здесь конфет? Это жесть. Да. Погодите, а вы видели, сколько тут FPS? Сколько у меня FPS? Короче, здесь будет весело, я уже чувствую. Угу. Плюс чат, зомбари, поехали. Точка сбора на К2, К3. Блин, я скучал по этим эмоциям, слышите? Может, нам вообще дом не нужен? Чуваки, знаете, какая идея есть? Мы можем просто конфеты дождаться, короче. И сразу с пуликами бегать. Да, этот сервер настолько был в шоке, что после захода армии зомбарей он просто начал лагать. Мы, короче, все отлагало, ребят, идем в центр карты, фармим. Бой, просто! Стойте, короче! Какой у нас будет девиз у зомбарей? Просто, короче, вы должны разговаривать как зомби, вы не должны как люди говорить. Вы должны типа вот так, как зомби, вот так мычать. Погнали просто толпой, слышишь, на любой дом навалимся по приколу. Стой! Я боюсь, представляешь, что сейчас будут думать парни со стороны. Как, ты знаешь вообще, как сзади это выглядит? Это просто жесть. Идем на рейд. Идем типов удивлять, слышишь? Мозги. Справа бомж! В атаку на него! В атаку! В атаку. На Томик в атаку! В атаку! Еда!
Мясные! Идем дальше! Мясные, дальше идем! Имба. Меня убили! Нет! Короче говоря, армию мясных там половину перегасили. Поэтому мы снова собрались на этом же острове и начали планировать, как отстроить наш первый домик. И уже во время фарма на нас напал калашист, а зомби у меня были очень голодные. Пришлось кормить его моей армией. Так у нас появился первый калашик. Так, забрал калаш. Наконец мы приступили к строительству зомби-сити. Но, к сожалению, соседи явно были этому не в восторге. Они начали стрелять по нам с ракет. Смотри, смотри, летит. Короче говоря, долго задерживаться на этой горочке мы не стали. Мы подметили остров, который находился далеко от всех игроков, чтобы там, как минимум, отстроить наш зомби-ленд. Просто лес валится. Наконец-то мы перебрались через океан и начали отстраивать наши первые хоромы. Мы поделились на команды, ведь так было выживать намного проще. У каждого командира было 15 зомбарей. Отлично, сейчас будем обустраивать дом. Пиу! Зомби, съесть его! Сожрать его! Съесть этого Кирилла! Рубите его! Пиу! 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 А когда наступала ночь, на нашем острове начинался полный хаос. ФПС моментально пропадал. И я уверен, что вы никогда в своей жизни не видели такое количество конфет. Это что такое просто? Вы видите, сколько там конфет? Вы видите, сколько конфет на том острове, чуваки? У меня уже игра зависла. Офигеть просто! Тут миллиард конфет, чуваки, собираем нафиг! Это что такое было? Сказать честно, я реально был в шоке. Пока некоторые командиры занимались очень важными делами по поиску компонентов и оружия, я гонял свой отряд, ведь нам нужно было много дерева, чтобы построить нашу казарму. А тем же временем на нашем острове происходил какой-то лютый хаос. Вначале я встретил всадника апокалипсиса, который бегал на коне с пулеметом и всех расстреливал. Ай, блин, а у кого пулик был? Потом в нашу одну казарму прилетели МЛРС-ракеты. Я не знаю, что им не понравилось, но они явно были не рады тому, что мы здесь поселились, и хотели нас вынести. Я возле вашего дома, тут чел с пуликом. Быстрее. Он прям у нас бегает, просто на коне всех убивает. Каждую ночь мы собирали просто огромное количество конфет. Вы просто посмотрите в этот список. В топе находились только армия зомбарей. И когда люди с этого сервера узнали, где мы живем, у нас на острове начался какой-то полнейший хаос. Тут жесть! Чуваки, тут жесть нафиг! К нам постоянно прибегали всадники апокалипсиса. И я быстро понял, как с ними правильно бороться. Нужно было всего лишь уничтожить их жеребца. В бой, ребят, душим его, душим калашиста. Наказан. 121 скинь хилки. 121 хилки скинь. Я пойду убью тех. 148 точнее. Я думаю, надо что-то делать, ребят. Надо походу сейчас пофармиться будет. Может быть, мы где-то скрабчик, короче, надыбаем. Как думаете? Пойдем скраб фармить. Дашь скрабчик авторизуй спальник. Да, погнали. И только мы собирались пойти пофармить скрапа, как вдруг увидели вышку, которая отстраивалась неподалеку от нас. Это были наши любимые соседи. Положил одного. Там наши еще с 249. Где ты его положил? Мы можем забуститься к ним на крышу, к этим типам. Лестницы у нас были не изучены, но у меня был план, как выйти из этой непростой ситуации. Короче, у нас самая главная задача — выселить этих типов будет. Они неприятные.
Вот, видите эту вышку огромную? Нам туда. Мы всеми силами пытались построить человеческую многоножку, чтобы залезть на самый верх. Но, к сожалению, приехал снова он. Конечно же, мои зомбики с ним справиться смогли на ура. Даже с конем удрать у него не получилось. А еще у нас появился сосед, который любил повзрывать гранаты возле моего домика. И сказать честно, получалось у него это совсем неплохо. Ха-ха-ха, что это вообще такое у меня под домом? Понял, у нас клевый сосед. Ресурсов на нашем острове совсем не было. А чтобы обустроить наш дом, нам нужно было много камня. В какой-то момент я даже умудрился набрести на какую-то потайную дверь. И оказался в пещере зомбарей. Но эти зомбарики даже и не знали, кто здесь на самом деле главный злодей. Лутай их, я буду убивать, а ты полутай. И тут я понял, какая же это пещера имба. Здесь сыпало очень много лута. Тем временем наши соседи продолжали что-то замышлять. И они явно были враждебно настроены. О, у них ферма есть, слышишь? Так это топ! Наконец-то, как у нас появилось побольше ресурсов, я решил отстроить командирскую казарму. Ведь некоторые зомбари были не на нашей стороне, они постоянно воровали наши ресурсы. А есть инфа, откуда 75-й? Да ничего ж, говорю, помпаж забрал, хазмат забрал, 400 тканей, почти 200 скрапа. Дим, нужно срочно добавлять этих друзей и всех своих, не своих, потому что это уже началось. То, что было в начале под подобной затеи. В какой-то момент наши казармы начали постепенно выселять. И делали это те самые зомби-предатели. И даже при том, что они смогли застроиться на втором этаже, мы нашли выход. Мы просто выдолбили все фундаменты и разрушили полностью казарму. Все, готовы, ребят, ловить этих типов внутри? Да, давай. Мозги! Мозги! Воу! Все, всех убил нафиг. Всех убили, всех убили. Что происходит? Третий верстак слышишь остался. Можно восстановить дом, слышишь? А после того, как кто-то зарейдил нашу седьмую казарму, кто-то напал на пятую. И, конечно же, пришлось отбивать ее мяснику. Блин, я одного убил. Чизис, псих, цените мать! Нашу казарму заняли какие-то два челика, которые не умели разговаривать. И нам нужно было что-то с этим делать. 56, есть кто-то? Закрываешь дверь. Арбалетчики и бомжи, съедите отсюда, не мешайте. По-моему, все задефали. Ресурсов, чтобы застроиться, у них не было. Они просто поставили деревянную дверку, а у нас были зажигательные ракеты. А еще среди нас в этом доме были еще и зомби-мыши, которые пытались унести этот лут. Но я быстро понял, как их раскусить. Кто... Прыгни свой. Прыгни свой. 23-й не прыгает. Вон, они все забрали. 90-й тоже. Кто забрал? Вон, смотри, все компоненты, слышь, позабирали. Угу. И уйти хотят. Лут забрали, уже хотели вынести все. Забирай все, слышь. Тащи это в ящики. На нашем острове не всегда было понятно, кто свой зомбарь, а кто просто человечек, который пытается нас убить. Кто меня убил только что? Короче, все наши прямо сейчас сядьте на картаны и ходите на корточки. Просто фул картаны пока что. Пока замес фул корточки. Все, кто не на картах, убиваем нафиг. Все, я нашел, короче, тему, слышь, как правильно играть.
нам постоянно приходилось придумывать различные методы борьбы против тех, кто не находится с нами в Дискорде. Таким образом, мы могли спокойно рассекретить шпионов. Наши казармы привлекали очень много внимания, ведь там за две сишки можно было получить много лута, поэтому приходилось плотно расширяться. О, дерево приехало. Во, вот это герой, слышите? Надо медаль ему дать за почетную службу. Да уж, от такого количества игроков в команде некоторые командиры просто сходили с ума. Поплыли! 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 У меня нет ничего, я голый! Поплыли на нефть, поплыли! Все плывем! Да просто ко мне чел подходит. Поплыли? Куда, блядь? Просто я стою голый с факелом, дерусь. Поплыли! А тем временем на нашем зомби-городке постоянно появлялись какие-то новые соседи. Может всем эти балаклавы сделать зомбарские? У нас, по-моему, ткани много, сейчас сделаем. Кто потеряет балаклаву, как бы не обижайтесь. Блин, а может реально накрафтить ящик балаклав, короче, каждой команде? И чтобы вообще никто без них не бегал, типа свои. Так, кто пока одел балаклавы, короче, пока уйдите домой, чтобы вас не убили, вы не потеряли. О, меня только что еще из двушки не убили. На. Короче, кто теряет балаклаву, тот ее отрабатывает, потому что без нее будем вас убивать пока. Во, сразу понятно, кто свой, кто нет. Во, вот это уже настоящие зомби. На нашем острове появилось слишком много шпионов. И тех, кто постоянно сидел на вышках и стрелял по моим зомбарикам. И в какой-то момент мы чуть не лишились еще одной казармы. Один минус. Еще один там есть, аккуратно. Двоих разменяли уже. Да-да-да, меня вз... Они наши ракеты юзают. Хорошо, что командир Паникида со своими зомбиками смогли исправить эту ситуацию и замесить этого противника. Шло время. Я пытался придумать, как избавиться от типов, которые притворяются нами. И наконец-то нашел выход. Нам просто нужно было покинуть этот остров и построиться подальше от бомжеспавна. Короче, переезд. Короче говоря, у всех командиров была одна большая задача. Найти подходящее место, куда бы мы могли заселить нашу армию. Все, реально, сейчас командосами построимся, вот как в прошлый раз было, и все. И там кого-нибудь нафармим, быстро зарейдим, потому что тут, ну, анрил это сделать. И вы не думаете, что мы просто выходили и убивали своих. Это были шпионы, которые пытались проникнуть в наш клан. Я надеюсь, мы вообще добежим туда. А в поисках хорошей местности мы уничтожали всех, кого только встречали. Один минус. Берите вон, кому нужен был там патроны. Изначально мы планировали отстроиться вот на этом маленьком островке. Но пока мы бежали вдоль дороги, мы нашли идеальное место для расположения нашей цитадели. Нет, тут вроде как на воде нормас вообще место, ровное. Или на острове. На острове спокойно будет, но тут хотя бы... Там рядом серный карьер. Немного посовещавшись с командосами, мы приступили к строительству. Вот, это будет наш мейн. Это не апы, вот нижний вот этот разбить надо. И не успели мы достроить нашу первую казарму, пришли они, жители острова. Замков нет, поставьте замки. И казалось бы, вот она спокойная жизнь, далеко от всех наших шпионов. Но не тут-то было. Здесь мы познакомились с клановыми игроками.
Защиты у нас не было абсолютно никакой, поэтому пришлось даже подключить портативную турель. Меня убили, я убил его. Одного убил. Хорошо. Второй голый. Прыгает вниз, забрал калаш. Убил его. Два хазика на крыше уже. Два типа на крыше прям стоят. Они неплохо подготовились, даже скрафтили гранаты. Понимая, что вот-вот они нас зарейдят, мне пришлось потратить весь металл. Одного убил. Один на крыше. Один голый остался, сейчас... Убивай, убивай! Убил его. Все, красавчик, по-моему, один остался, только он не на крыше. Больше не вижу. А нет, вижу, вижу, с горы. Чизи, ну-ка, вон. Убил. Хорошо. А у них дом вообще... Прикинь, вот это их дом, что ли, справа? Чего себя лутать уже идет? Попал в хит. Башкир, спасибо за болт. Убил. Убил калаш. Я выдал дать, выдал дать. Ха-ха, он смог кинул, Дени. Осеку. Я лутаю, Дима, крой. Он с базукой бы учил, убежал к нам. О, я калаш залутал. Это не базука, это гранатомет. Нет, у типа наверху базука, за стенкой. Я не знаю, что тут происходило, но эти соседи нам явно были не рады. Один минус. Больше никого нет. А, один тебе бежит с правой стороны, тебя еще. Второй минус. Хорош. А ты один, да? Третий минус. Сейчас я им еще тачку взорву. Он там заспавнился, я его убил. В тачке заспавнился, я ракету стрельнул, он выпрыгнул оттуда, так. Тут есть ящички. О, топ-движок, можно будет тачку собрать, слышите? Погнали отсюда. Строй казарм. Да, на 280. Судя по всему, мы познакомились с какой-то деревней, которая обитала на этом острове. Но они, скорее всего, и не догадывались, сколько нас человек. Мы смогли от них отбиться. У нас даже появилось время, чтобы расширить нашу крепость и сделать наготовки для наших будущих казарм. Все, вот как-то вот, вот так можно сделать. Угу. Короче говоря, такие ответвления у нас должны были быть со всех сторон. Это все должно было превратиться в большую стенку, которая выглядела бы как крепость. Короче, идея такова. Я придумал. Это топ-тема. Смотри. Входа с улицы у нас не будет. Будет вход через ворота. Вот сюда. Мы заходим, короче. А здесь стоят турели. Если ты не свой, ты сразу умираешь. Ага. Ох, мы тогда не знали, какие подводные камни нас ждут. Жители острова видели, что здесь отстраивается что-то большое. И они, во что бы то ни стало, пытались нам помешать. Чел под хатой. Дабы соседи не сидели у нас под дверьми, мы решили провести электричество и запитать наши турели. Вот так, бам. И, ну, все авторизуйте сразу. Авторизуйтесь, или еще одной турели. Давай проверим, заработают все. Чекайте. Я свою чекаю. Работает. Я свою, моя работает. Тоже работает. Кто не авторизовался? Мы им сейчас еще ники сменим, чтобы левых не авторизовать. Да, как же не зря мы проводили эти турели. Я не уверен, но нас, по-моему, пришли рейдить. Судя по всему, пока мы отстраивали наши казармы, соседи готовились на плотный заход, чтобы нас просто уничтожить.
Командосы, вы где? Слышите? У нас под хатой много типов. Кто стреляет? Они окружили нашу территорию со всех сторон. И чтобы от них отбиваться, мне нужно было сделать выход на крышу. Хорошо, что я самые быстрые руки на Диком Западе. Один минус. На первой казарме минус. На 10 справа. В воде двое. Лутай, Леся, у тебя, у тебя, у тебя труп. Минус второй. Минус третий. Минус четвертый. Я всех убил. Я лутаю. И казалось бы, возле нас заспавнились конфетки. Нужно было их собирать, но нам было не до этого. К нам идут двое. С базукой, с базукой, с базукой идет. Прячусь за забор с питоном. За забором деревянным опять. А еще кого это из болтовки? Дал болтовки. Еще хит дал. Он за забором прям. Выбегай, убивай его. Минус один, минус один. А второго там нету? Второй есть. МПК. Убил второго? Нет, три хита. Живет, добивайте, 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 пушите его. Он за забором прям выходит и убивает его. Он Джекери, убил, убил, убил. Хорош. Одного фулл дед, да, я ему 3 тела дал. Вижу. Но у нас что-то плохое. Убил одного в казарме. В казарме убил. С другой стороны. Вот стенку поставил. О, вот, дала, 320. Убегай, дыму, дыму, дыму убегай, тип. Убил еще одного. У тебя в дыму справа, Дима, белый сет. Их двое там. Убил второго. Где еще один? В дыму где-то? Ключ у меня. По мне стреляют. Убил. Команда слушает. МВК сет, Граник. Там бомжара идет лутать. Убил, убил на крыше. Давайте БК. Да, уходите, мы много забрали. Там труп валяется возле нашей... Вот, смотри, в топ-сете, заберите его. Во! Вот такое вообще топ. Вот так надо было сразу делать. Это кто бежит? Короче говоря, как только мы отбились от всех этих нападков, мы сказали нашим зомбарям, где мы построили новые казармы, и начали ждать поступления нашей армии. Впереди у нас было очень много работы. Кто стреляет? Да, прыгайте, кто свой. Вот здесь можно будет еще одну казарму построить, ребят. Но это в будущем. Все, мы сейчас тут потолки везде ставим. Тут, конечно, знаешь, что можно сделать еще? Но это мы пока в дерево улучшим, потом выдолбим, если надо будет.
Потихоньку, помаленьку наши зомбарики добегали до нас. Но прежде чем выключать все турели, нам нужно было разобраться с соседями, которые на нас снова напали. Сидите тут, пока не ходите никуда. Скоростные пошли, Дим. Турель пытаются разбить. Стреляй по ним. Я их не... Сейчас. Мансую. Они прям по турели. Я умер с пуликом, забери пулик. Одного убил, по-моему. Убил. Одного убил. Одного убил, пул. Бесплатный забор, что ли? Они бесплатно фармят? А у них вообще хилок нет, ничего нет. Короче говоря, мы смогли отбиться от всех нападок наших соседей. И теперь у нас оставалась главная задача. Перераспределение наших зомбиков. Алло, ребят, короче, надо сейчас придумать что-то с никами. Так, смотрите. Вам нужно сейчас, короче, всем выйти с сервера, и я вам скажу, какие ники поставить. Вот прям все выходите. Очереди нет, все выходите. Прям сейчас выходите, ребят, просто выходите с сервера. Не надо мне еще скидывать, я с вас возьму, если что-то надо будет. Слишком много ребят знали, какие у нас ники, поэтому мы решили поступить хитрее и придумать кодовые обозначения. Но стенки я наши все-таки достроил полностью. И вот, когда большинство ребят уже зашли, мы были готовы их авторизовывать в турелях. И тут мы столкнулись с самым большим подводным камнем. Вручную каждого мы не могли авторизовать, потому что просто игра этого не позволяла. Нам приходилось каждого авторизовать в отдельном шкафу. Ну и это было не все. Мы сделали небольшое построение нашей армии и начали бегать авторизовываться по кругу в каждом шкафчике. По очереди заходите и авторизовывайтесь. Турели просто разрывались от такого количества авторизаций. Оказывается, в них был лимит. И больше каких-то 30 или 40 человек авторизовать было нельзя. В двух турелях сразу авторизовывайтесь. Но даже из этой ситуации я нашел выход. Мы просто поставили турели на зеленый индикатор, чтобы она просто не убивала ребят, которые здесь бегали. А все, кто доставал оружие на этой территории и убивал своих, моментально умирали. Скорее всего, мои соседи были просто в шоке от количества увиденных персонажей, которые здесь бегали. Они еще не знали, что на этом сервере происходит зомби-апокалипсис. В какой-то момент, когда все подутихло, я решил немного разведать обстановку возле этого острова. Я смотрел множество различных баз. Некоторые из них, кстати говоря, уже просто подгнивали. И вот, когда я возвращался уже в сторону нашей крепости, меня встретил челик с ником Zombie76. Это не был зомбарик из нашего отряда, потому что мы своих полностью переименовали. Он меня действительно заинтересовал. Я хотел проследить, где же он обитает. Это я на другом берегу, я ищу его. Вот он на мне, вот смотри, выплывает, вот он на меня выплывает, смотри, выплыл. Давайте, еще постреляйте по нему, убили. Хорош, мужики, наказали. Так, мы живем здесь, а 76-й убил меня вот тут, потом он переплыл эту речку. И, скорее всего, направляться планировал в сторону острова. А вот в этом месте находился как раз-таки большой клановый дом. И судя по тому, что оттуда начал стрелять какой-то болтовщик, все пазлы сложились. Я понял, что он выдвигался именно туда. Короче говоря, противников у нас было более чем достаточно. И как с ними справляться, мы пока что не имели представления. Зато мы знали, что нам нужен плотный фарм. Понимая, что у нашей крепости в принципе не было никакой защиты, мы поставили буферку и могли уже спокойно отправляться в долгое путешествие. Но для начала мне нужно было немного подготовить зомбариков. Короче, стойте! Сейчас, тихо! Клич зомбарей давайте! Мои зомбики были очень голодны, они жаждали пофармить. Зомби 46, бери маску. Зомби 59, бери маску. Я каждому по отдельно скину, на.
каждый боец получал топовую маску и самый прекрасный инструмент для фарма – каменную кирку. Все. По команде на счет 3 вы начинаете издавать мерзкие звуки вонючих зомби. Все, также идем фармить. Разворачиваемся, идем фармить с такими же голосами. Идем фармить. Идем фармить зомби. Зомби на фарм. Вот сижу я сейчас, монтирую и понимаю, какой же мы трешак устраивали на сервере. Это просто лютый контент. Бежим, мозги, медведя, все на медведя. На медведя рубить его. Съели медведя, все, идем дальше. Вы, наверное, и представить себе не можете, с какой же скоростью пропадали на этом сервере камни. Буквально через 15 минут мы их просто уже не могли найти. На горку смотрите. Зомби вперед. Зомби, жадно поглощаем серные камни. Ну а когда настала ночь, мы нашли поезд и отправились в сторону нашей базы. И это было просто нереально атмосферно. Да, я думаю, в эту игру стоит играть только ради таких моментов, в которых происходит что-то непонятное. Зомбарикам я, кстати говоря, тоже поставил третий верстак, чтобы они могли крафтить все, что хотели. Также на нашей территории не хватало НПЗшки, потому что топлива не было совсем. Собирал я, значит, конфетки, и ко мне подбежал какой-то доброжелательный бомжик. Он попросил кое-что сделать для него. Скажи что-нибудь, пожалуйста, можно маме привет передать? Мама Лариса, я тебя люблю очень сильно, мама Лариса. Надеюсь, я не забуду это вставить. Ну, конечно же, я не забуду. Как можно было забыть послание от такого добряка, м? У нас было слишком много человек, все ресурсы моментально кончались. Я взял с собой отряд элитных зомбарей, и мы отправились лутать большой карьер. Он мог принести нам очень много переплавленного металла. Все. А чтобы не терять время, рядышком я фармил серные камушки. Да уж, металл фармить здесь одно сплошное удовольствие. В какой-то момент мы отправились в зиму на поиски приключений и наткнулись на большой рейд. Это был наш шанс поиметь немножечко ракет. Тут два варианта, либо тут кибитка для рейда, либо они на корове подлетели. Они забор походу прорвали, вроде как. Не-не-не, они походу... Кибитка стоит, кибитка. Фух, я еле выжил. Можно ее попробовать бахнуть. У нас есть ракеты с собой. Она металлическая получается. Не, по дверям пойдем. Убил с пуликом. Хорош. Перед тем, как с ними сражаться, мы решили забахать у них кибитку. Ведь там могли лежать ракетки. Отойди. Тут кровати. Ну, ракет тут нет. Ракет нет. Давайте застроим кибу, короче, и отфигачим их. Мы разбили все кровати, которые здесь находились, застроили эту кибитку и поставили свои спальники. И теперь мы были готовы отбивать этот рейд.
Вижу калашистку. Убил. Одного убил. За забором и в заборе. Убил еще с калашом, типа. Убил с ракетой типов. Ракет куча! Вижу проход. Они плотно заняли это здание, но к нам пришла подмога в виде 90-х. Они тоже хотели забрать эти ракеты, поэтому мы с ними объединились в одну команду. Убил одного! Тихо. Один фул! Кто-то еще есть! Я во стрелке, можете внутрь зайти. Я... Это свой... Извини, убил... Я своего убил, сори. Меня убили, он прям, да, он прям на крыше, сейчас я приду. Он один остался на крыше. Мы долгое время не могли понять, как его оттуда выкурить. И тогда я достал пулемет и порешал все вопросы. Убил. И знаете, мы точно не зря сражались за этот дом. Вы просто посмотрите, сколько здесь было ресурсов. В самом низу это где? Чувак, да, беги. Вот, юбка. Забегай сюда и вниз, смотри, правый ящик. Я по кругу пробежался, все, самое ценное было в последнем локере. Тут еще бункер надо добить, там ракеты лежат, по-любому. Короче говоря, здесь было настолько много ресурсов, что мы даже не знали, куда это все складывать. Короче, надо оружие побольше забрать, потому что нам же надо будет снабжать наших... Я забираю, я турели забираю, пушки забираю. А у нас столько места, наверное, нету. Вы просто посмотрите в эти ящики. Здесь было столько различных ресурсов, что нам этого хватило бы до конца вайпа. И самое главное, что мы умудрились засейвить еще несколько ракет. Один из зомбариков привез нам коптер, благодаря которому мы могли все это перевести в целостности и в сохранности. Зомби-ленд вовсю процветал. У нас даже появился собственный бассейн. Правда, я не знаю, пользуются ли зомби бассейном, но это уже другой вопрос. Мы подумали, что в этом домике, который рейдили, оставалось еще что-нибудь ценное. Поэтому решили добить последнюю гаражку, которая вела в центровину. Но там всего лишь стоял шкаф. Нет, тут ничего нет, только шкаф был. Ящики на улице мы у них тоже разбили все. А впереди меня ждал самый увлекательный контент. Все остальное время я стоял на крафте ракет. Ну и зомби, конечно, без дела не стояли. Они все время собирали конфетки. Первым делом ракеты мы хотели потратить на наших соседей, которые жили на этом острове. Поэтому сели на коптер и полетели разведывать обстановку. Блин, это бункер что ли? Похож на тот дом, который был. А, все, ему ГБО этому дому. Да? А, он да, гниет, он... гниет. По-моему, он гниет, тут все открыто. Да, тут все открыто. Угу. Жесть, реально все. Эту базу, к сожалению, зарейдил кто-то до нас. Но помимо этих ребят, у нас были еще одни противники. Нет, нет, нет! Ниже. О, нифига, гранату кинул. Но корова стоит, хек его знает. Конечно же, про первый остров, где мы выживали, мы не забыли. И решили сразу же туда слетать. Там был клан, который постоянно на нас нападал. И тут ключевое слово был. К сожалению, их тоже кто-то зарейдил. Или они просто гниют? Давай глянем. Турели не робят. Гниет, гниет, люто гниет. Ты представляешь? А как так жить? Ну пусто просто. А на нашем островке, где мы изначально жили, в принципе никаких клановых домов не было. То есть вариант у нас всего лишь был один. Дом наших соседей. ГГ. Нет!
Мистер! И знаете, что было самым приятным? Они были в онлайне. Слышь, они в онлайне! Вот эта база в онлайне, большая, рядом которая. Я двоих убил, я умру сейчас. Они в онлайн. Да, мы сейчас их будем рейдить. Готовы? Немного пощупав их территорию, я понял, что это были идеальные клиенты. Мы уже были практически готовы вскрывать их домик, чтобы насладиться их вкусными мозгами. Ха-ха-ха! Но нам оставалось всего лишь привести нашу армию в порядок. То у нас отряд будет рейдеров. Можете перекинуть? Я вам конфет. Их двоих возьми. Давай твоих возьмем. 99-й, 58-й, да? Мы можем взять, короче, по три ракеты, напулять им сразу внутрь, и все, мы пронесем у них хату полностью. Командосы все берите по... Командосы по 6 ракет берите, остальным я раскидаю по 3 ракеты. Построение, ребят, построение на дороге. Не заходите вы в этот дом. Построение на дороге. Вот на... Да, вот где-то возле дороги просто на пляже встаньте и все. Кто ты? 59-4, на. Иди сюда. 59-4, на. Повторно в очередь не встаем. Две? Я за водкой. Зомби 30 пишет. Он у нас, нет? Забирай две. Понятно. Боевые ракеты сразу заряжайте, мы запуляем, а потом это. Вроде все готовы, скоростные ракеты надо взять. Да кто ты такой, на? Ракетами. Да, да, да. У вас одна задача — просто пулять ракетами и все по приколу. Только ждите. Сейчас. И вот, спустя 20 минут долгих сборов, наши зомбики были готовы атаковать эту территорию. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет эпичный рейд. Я им отправил просто, чтобы они проснулись. Они в окне, я вижу их! Я зажигательный кидаю. Все. Надо их убить на крыше. Надо их на крыше убить вначале, потом рейдим. Короче, рву стенку. Рвем стенки пока. Давай. Я бахну. О, офигенно. Отстрелку. Под отстрелку рвем. Жесть. Что нафиг происходит? Рвите под отстрелку рвите. На крыше. Лупите крышу, пофиг. Там ящики. Рвите отстрелку, не стесняемся ракеты тратим. Они с ракетницы, ребята. Аккуратно. Центр дома. Там третий верстак, мы у них лутовые чуваки. Рвем дальше, мужики. Просто прорываю. Взорвал кого-то внутри взорвал. Прорываем внутрь, просто рвем, не боимся. Все взрываем, все ракеты вбухиваем. У меня все ракеты. Все. Отстрелку надо порвать. Дурали, отстрелку рвем. Турели на территории. Это свой? Нет, валяется. Да, свой валяется. Сверху на отстрелку. Не лутайте меня, еще приду. У тебя спалки есть. Меня убивают спину. Турель оф, мы прорвали.
Надо пушить вверх, надо пушить вверх. Ребят, лестница есть. Пушим вверх, пушим вверх, пушим вверх. Поднимаю рила. За печкой, за печкой. Я внутри. За печкой слева, за печкой. Я внутри, ребят. Внутри тип, внутри тип, внутри тип. На втором этаже враг. На крышу убил. Он застраивает. Он застраивает. Взорвал сверху. По мне слева стреляют. Разбивайте кровати, кровати, кровати разбивайте. Нет. Рубим вверх. Взорвал его, поднимите, поднимите, я взорвал его. Все, остальные наверх, смотрите, я поднимаю его. Остальные вверх, смотрите, там турели. Надо турель разбить. Прыгайте туда наверх, прыгайте наверх со скоростными, разбивайте турель, там одна всего осталась. Убил. Убил типа во стрелке. Убил его. Поднимайте нашего. Я бахаю турель дальше. Давай, давай, давай. Тут свои наверху стоят? Да, я наверху. Смотри, смотри, смотри. Взорвал его. Я бахну его со скоростной. Ой, зажигалки. Вверх за ним. Снизу, снизу, снизу. Турели. Хилок нет. Перед стенкой 140. Хилок нет совсем. У них снизу чем выпускать. 45-й. Кто это? Это враг. Это враг. 45-й враг. Я с хилками сижу. Тут настолько было много лута и ящиков, что мы не знали, куда это все лутать. Зомбари хватали все, что было только возможно, и сваливали отсюда. Ну а некоторые просто отправлялись на спальник. Окей, окей. Я валяюсь, поднимай! У тебя все случайно. Да прыгайте, 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 патроны у него не бесконечные, прыгайте быстрее туда. Я внутри у них. Я у них где все пушки, тут серо, тут серо, тут серо, тут много всего. Убил внутри типа. Хорош. Вам надо ко мне идти быстрее, иначе ГГ. Убил. Топ-сет, лутай его. Чем? Я троих в лутовой убил у них. Короче говоря, мои зомбики вдоволь насладились их мозгами. Мы залутали все, что у них было самое ценное, и отправились в сторону дома. Я сделал пристройку, уходим. А как выйти? Что у них с домом просто? Ну и дыра, чуваки. Да все, забейте, забейте, там уже ничего не надо. Наши зомбики были просто в восторге от такого рейда. Но это была не последняя наша совместная вылазка. Как ваше настроение после рейда, ребят? Это было круто, вот это да. Это чё за резня? Ха-ха-ха!
Вайп еще был не закончен. Мы собирались устроить на пляже поистине мощнейший Хэллоуин. Я скрафтил всем маски, и с этого момента начался зомби-апокалипсис. О, моя масочка! Бери, надевай. А, у тебя есть, понял. Бери, антирачик. Все, поехали. Зомбари, поехали в бой. Идем на бомжеспавн, короче, идем. Идем за мозгами. Мозги! Все, идем на W5, ребят. Фрибейс на W5. Пойдем на маяк, ребят. Душить его. Мозги. 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 Вперед к дороге, ребят! Вижу мозги! Это лучший Хэллоуин! Мозги! Гоним, гоним его. На коне, давай, на коне, догоняй его. Мозги. Это топ вообще. Некоторые выжившие даже пытались нас расстрелять. Но этого, как вы понимаете, сделать с такой армией у них не получалось. Ну а после того, как мы зачистили весь сервер, зомби накинулись на меня. Ладно, ребят, спасибо всем большое за этот вайп, за то, что мы там отыгрывали до конца, было прикольно. Особенно концовка, где мы с зомбарями бегали, вообще топ. Как появится какая-то топ-идея, возможно, помимо вот этой армии или еще чего-то, то обязательно напишу об этом в телеге и проведем сборы. Ну, вчерашний рейд было круто, конечно. Это... Напоследок я выразил благодарность всем ребятам, которые участвовали в этом апокалипсисе. Да и в целом, всем огромное спасибо за такие эмоции, ребят. Вы были реально супер. У нас, конечно, были несколько десятков индивидуумов, которые, в принципе, нас постоянно руинили, но ничего в этом страшного. Спасибо вам тоже за вайб. Отдельное спасибо командирам, которые выдержали весь этот натиск. Панихида, Плюшка, Текила, Порки, Стич, ИДЛ, Восьмой, Лесовичок, Рил. Огромное вам спасибо за то, что вы помогли создать контент. Ну и спасибо каждому из вас, кто досмотрел этот ролик до конца. И сказать честно, эта армия была куда сложнее, чем предыдущая. Поэтому если вы хотите, чтобы я собрал еще раз такое, то обязательно прожмите лайк. На 150 тысяч я сделаю что-то невозможное. А если и ты хочешь когда-то поучаствовать в таких масштабных сражениях, то приходи в мой телеграм. Именно там происходит набор. Ну и всем пока. Ах да, у Панихиды тоже вышел видос с этой армией. И поверьте мне, угара там было очень много. Там, скажем так, история его командования. Советую заглянуть на его канал. Ссылочки я оставил в описании.